христианские притчи. Наследие святых отцов. Глупое намерение. Нашел глупый человек гриб и подумал: еще вчера его здесь не было. Если он за ночь таким вырос, то каким же тогда к вечеру станет? И вместо того, чтобы обивать ноги по всему лесу, лег и стал ждать, пока гриб вырастет таким, что займет всю корзину. Ждал, но дождался лишь того, что гриб весь червивым стал. Так и пошел он домой с пустой корзинкой. Ведь глупость и жадность не только плохие помощники, но и того, что имеешь, лишить могут.